Анонс и точная дата выхода нового 16-серийного сериала «Разница в возрасте». Премьера нового сериала стартует с 1 ноября на телеканале 1+1. Сюжет сериала. В центре нового сериала оказываются две родные сестры – 26-летняя Марго и 38-летняя Екатерина. Так сложилось, что с самого детства они никогда не были близки. Во взрослой жизни они почти не общаются и мало что знают друг о друге. Однако неожиданные трудности в жизни Екатерины, которые фактически выбивают почву из-под ног женщины, и безудержное желание Марго завоевать сердце любимого мужчины сводят двух сестер вместе. Для воплощения своих планов сестры решают поменяться местами. Марго будет выдавать себя за 38-летнюю, а Екатерина станет 26-летней. Две женщины, абсолютные противоположности, кардинально изменят свой образ жизни, внешность и привычки. Все ради того, чтобы стать счастливыми и достигнуть желаемых целей. Напомним, премьера нового сериала стартует с 1 ноября на телеканале 1+1. Если вам нравятся сериалы, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.